Здравствуйте, Лиз. Это видео про ваши переходнички. Первый переходничок КПЭН запрограммирован под ваш ТАИР-11А, диафрагма 2,8 до 22, фокусное расстояние 135 мм. Комфортный алгоритм по работе с одуванчиком на этом объективе находится в моей группе ВКонтакте. Вот смотрите, оба ваших переходничка. Аккуратно вставляете переходники и вынимаете их из камеры. Для начала советую вам, и как и всем остальным моим покупателям, научитесь вставлять аккуратно переходник с одуванчиком в камеру без объектива. Инструкции есть на моем канале YouTube. Подписывайтесь. Вот, сейчас я покажу вам. Вот смотрите, это ваш переходничок под Гелиос. Запрограммировано фокусное расстояние 58 мм. И диафрагмы меняются тоже от 2 до 16. Работать с одуванчиком на этом объективе можно по такому же алгоритму, как и на ТАИРе 11А. Аккуратненько вставляете и вынимаете переходничок в камеру из камеры. Не забывайте, что на этом переходнике нет стопорного винта, поэтому не перекручивайте его дальше, чем стопорное отверстие. На КПАН стопорный винтик есть. И всегда защелкивайте в камере полностью, чтобы у вас появился контакт. Спасибо за внимание. До свидания.